Женщинам в Иране всегда было сложно. Выходить на улицу без мужа нельзя. Разводиться нельзя. Танцевать нельзя. За открытую одежду садят в тюрьму, а за измену тут забивают камнями. Но все это в далеком прошлом. В современном Иране женщинам главное носить хиджаб, одежду, скрывающую фигуру, шею и уши. Это для того, чтобы не привлекать мужского внимания. К туристкам относятся лояльнее, но закрытая одежда и платок – это обязательно. На самом деле, встретить девушку в традиционном черном хиджабе здесь большая редкость. Иранки изо всех сил стараются выглядеть современно и модно. Но только есть ли в Иране мода? За современным иранским фэшном я пришла в один из лучших дизайнерских бутиков Тегерана. Hello, hi. Ну, обратите внимание, какая тут гостеприимная атмосфера. Ждут печеньки, все сидят чинно-благородно, ждут. Все в платках, как и я. Рассказываю. Это официально одобренный государством шоурум. Между прочим, тут есть диплом о государственной благодарности дизайнеру. То, что она создает новые рабочие места, и, в принципе, власти поддерживают такую моду. Ну, посмотрим, что тут покупают иранские модницы. Да, я как будто роюсь в бабушкином шкафу. Одни старомодные балахоны. Что это за страшные рыбки в Черном море? Мне кажется, все понятно. А по-моему, это вообще не мой стиль. Вот вам и пример официальной моды в Иране. А покупают все эти вещи в основном жены чиновников. В общем, если бы я жила в Иране и была бы обеспеченной женщиной, то выглядела бы я примерно вот так. Традиционно и очень скучно. Но к платкам у меня претензий нет. Какие хорошенькие. Красивые, правда. И принт такой интересный, я такого никогда не встречала еще. What color do you think match me? Right? Желтый? Надо примерить. О, кстати. Кстати, очень даже освежает меня. Слушайте, я так вообще привыкну к этим платкам. И вдруг вообще мне так понравится, что я всю жизнь буду такое носить. Ну правда, они под все подходят. Смотрится очень стильно и женственно. What's the price for one scarf? Как недорого вообще. Место такое солидное. Платки по 20 баксов. Ух ты, какие яркие цвета. Ребята, это рай. Надо брать, но одного мало. Так, розовый возьму, мне идет. Фиолетовый для Дуси. Красный цвет страсти, это как не взять. Зеленый для пикника. Слушайте, белый надо взять, вдруг на свадьбу занесет. Это оранжевый. Слушайте, летом такой цвет на пляж. Куда угодно. А вот этот цвет волны. Мама такое любит. Все. Платками на все случаи жизни запаслась.